Йоу, я должен в аду вспоминать твой шикарный экран. Что? Ты такое говоришь? Ты знаешь, что Вейн может быть гомосексуалом? И знаешь, могу попытаться вспомнить Финч, мою шикарную красотку, если ты понимаешь, о чем. Чем ты думал, дырку? Это не игрушки. Не трогай меня, портишь вечеринку. Прошу, вали на свалку. Эй, эй, крови моей не получишь. Ого, ребята, вы должны попробовать это. Это настоящий хардкор. И вы знаете, ребята такие герои, когда они все вместе. И вы знаете, как они говорят? Нахрен смятку. Поэтому он хочет хрен за FTFT. Ну, номер давно слушай. Хорошо, тогда кто покупает это? Я тут указываю, что вот морец. А потом понюхайте себя, покупай игру сына. И знаешь, что он сказал? Ты уверен, что ты такой же? Чтобы смотреть это. Огромная печерна, не верю, чертова печерня. Плохие слова при любых обстоятельствах. Мало денег, сарай, а не дом. Маленькая машина. Маленький член. Иди, возьми, это лично мой дорогой. Смотри, везунчик, ты хоть знаешь, что означает L-U-C-K-Y? L-U-C-K-Y, парень. Жить по правилам, никогда не меняя понятий. Я тебя понял, понятно, я понял, окей. Человек за $320 таз упал. Я не знаю, каким нужно быть сумасшедшим. Я серьезно. Я твоего со спины вырублю, а? Это катастрофа. Мы так облажались. Мы это сделали. Это прекрасно. Мы это сделали. Отлично, чел. Это было так прекрасно. Главное, что единственное, чего я никогда не делаю, происходит тут. Ты знаешь, именно здесь происходит самая противная вещь на свете. Тебе нравится то, что предложили нам, а? Так нужно быть более сексуальной? Ну что делать-то надо? А как будто я постоянно такая. Ну вы что, собираетесь вечерную печеньку съедать? Не вздумайте мне показывать, я понял. Спасибо, дорогой.